Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк и пиши свой ник под это видео. Более подробную информацию можно посмотреть в описании. Я рекомендую вам подписаться на канал Спектр. Ребят, на этом канале выходят очень интересные видосы именно с голдами. Практически каждое видео у нас посвящается голдам. Кто не знает, этот человек снимает видео со мной, так что голдов у него, ребята, предостаточно. И в своем паблике он также много чего проводит. Так что заходите на канал, подписывайтесь, все ссылочки либо в описании, либо кликайте на аннотацию. Но я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня, ребята, мы снимаем рубрику, которая называется «Выживший». Вот, суть рубрики довольно-таки простая, ребята, это как в игрушке Dead by Daylight, только у нас получается в Танк Онлайн. Вот, записывайтесь, сегодня буду с Кириллом и Хойком, поздоровайтесь. Всем здорово. Вот, всем, ребята, привет. Да, я просто мастер перебивать. Вот, смотрите, ребята, есть типа вот эти точки, да, это типа генераторы. И получается, чтобы ребятам выбежать с этой карточки, ну не захватывайте все точки, крабы. Вот, чтобы, получается, ребятам выбежать с этой карточки, им нужно захватить абсолютно все генераторы на этой карте. Их, получается, у нас 5 штук. Вот, и, соответственно, потом как-то безболезненно выйти, знаете, куда? Выйти, получается, нужно вот сюда. Вот такая тема. И да, ребята, еще такое небольшое нововведение в эту рубрику, так сказать. Есть типа такая тоже фишка, как в этой игре. Смотрите, у игроков есть, получается, как бы 3 шанса, когда я их солю. То есть они могут 3 раза слить. Соответственно, я с третьего Ховика сливаю. Вот, он респится, получается. Я, получается, говорю ему, куда ехать. Например, вот я говорю Ховику там, едь наверх и там стой чисто. Вот, он едет наверх, там стоит, и это чисто, типа, я его повесил на крюк. Вот, его Кирилл может спасти в том случае, если он до него подъедет и чисто дотронется до него, как в чай-чай-выручай. Вот и все. И так я, например, Ховика могу заморозить 2 раза, и на третий раз, если я его сливаю, то он, соответственно, у нас подыхает благополучно. Всем все понятно? Да. Да. Ну, давайте, ребята, на счет 3 жмем делит и начинаем нашу карточку. Вот, ребята, в первом раунде. 1, 2, 3. Вот. В первом раунде, ребята, я буду, так сказать, маньячком. Не знаю, хочу ощутить всю вот эту как раз-таки эпичность этой карточки. Потому что, ну, когда мы снимали первую часть, там, ребята, не было такой фишки, как чисто я убиваю их 2 раза, и потом на третий раз они подыхают. Соответственно, как-то все у нас очень по-быстренькому заканчивалось. И меня это, если честно, не очень таки сильно и радовало. Так, а где же они, ребята, будет? Крит-ошибка, сейчас, ребята, продолжим. Ребята, мы прогрузились, и давайте на счет 3. Сейчас Кирилл у нас респанется, и мы будем жать делит. Давайте, 1, 2, 3. Все, ребята, ждем 5 делита и начинаем. Вот, не знаю, ребята, почему, но у меня в предыдущем раунде критануло. И, если честно, рил, это у меня происходит в первый раз. И, кстати, та теория как раз-таки с тем, то, что, типа, на редких картах у тебя не прогружается, типа, кэш не заполнен, из-за этого критует, она не работает. Так, ладно, ну а мы будем искать наших жертв, которые сейчас по-любому будут что-то захватывать. Ведь так? Хови, Кирилл, вы где? А? Ховик и Кирилл. Где вы? Где? Мир же. Ховик. Ну, вообще-то... Гатый шутник. А, Ховик? Ховик, стой! Друже мое, стой! Пожалуйста, я тебя просто умоляю, Ховик. Ховик, красавчик. Ховик, еще раз красавчик. А я ту аптеку не забыл, то есть забыл забрать. Вот это, кстати, не есть хорошо. Так, и... Да, есть. Ховик, едь наверх. Едь наверх, типа я тебя там заморозил. Ой, не заморозил, а повешал на этот. Так, все, ребята, эти точки захвачены, я, соответственно, их не могу уже им ничего сделать. А где вот у нас Кирилл? Где у нас Кирилл, где, ребята? Где? А, то есть 6 доказывает за тебя, и ты активен, да, Ховик? Все, да. Ховик. Братишка, блин. О, что, Кирилл. Братишка, а ты, ну... Кирилл, едь наверх. Так и есть. Ховик и Кирилл, ребята, уже у нас по одному разу слились. Это, в принципе, хорошо.
И еще осталось у них по одному разу полететь. Повисеть, точнее. Быстро, наверх, быстро. Ховик, дружи. Все, дотронулся. А, Ховик, дружи, 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 Ховик. Не, ну Ховик, ты молодец, конечно. Разморозил меня и сам свалил. Кирилл, а куда ты побежал? Аптека, 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 йоу! Ах вы сраные козлы, а? Вы еще меня аптеками дурите. Вот это, конечно, не есть хорошо. Это прям не очень таки сильно хорошо. Что? Можешь, блин, со мной есть, дабы, блин, меня подхиливать? Не, конечно, Ховик не может. Хорошо, есть. Дно. Наверх. Кирилл, наверх. Понимаешь, нам нужно команда действовать. Нет, ты, блин, какой-то самодитель, собака. Кастрировать тебя надо за это. Давай, давай, я здесь, давай. Хил, 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 хил. Только понимаешь, ты мне тоже нужен как подхил, понял? Хоть я М1. Что делать? Прыгаем. Ховик, ховик, ховик. Давай минус. А можно тебе минус положить так, если? Нет, конечно. Ну, случайно. И он сам ляжет туда. Какую точку осталось? Е, где она? А, все, вижу. На пляж, Ховик, на пляж. Лека, я поехали. Да поехали, Ховик, поехали. Куда вы от меня убегаете, а? Ховик, давай на пляж. Поехали, поехали. Блин, нам же еще потом сбежать надо будет, Гидрионы. Да я застрял, Кирилл. Я заметил. Хил, хил, хил. Блин, КД. У него ДД? Да, у него ДД. Хана. Да, хана. Ховик, беги. Есть. Есть, 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 Кирилл наверх. Ховик, ты-то сбеги, Ховик, ты сбеги. Не, ну Ховику главное, одному хотя бы сбежать надо. Ховик, друже. Куда ты едешь от меня? Есть! Есть, блядь, есть! Мы срали. О, да. Не, ну как бы победили, но мы не сбежали. Вы не сбежали, чувачки, вы просрали у нас благополучно. 50-50. Не, вам нужно сбежать. Ваша главная цель — это сбежать, захватить геники и сбежать. Так что в этом, кстати, ребята, раунде мне удалось победить наших жертв. Так, и давайте сейчас, получается, что у нас, Ховик? О, Ховик, а у тебя какая жига? Я стесняюсь спросить. М2. М2? А Кирилл у тебя? 3, М3. Давай, Кирилл, лучше ты у нас будешь маньяком. Я могу на молот. Кейн, понимаешь, у него изи ДМ1. Да я понял. Это пофигу. Так, ладно, сейчас, ребятулечки, смотри, получается, давайте просто перезайдем. Я сейчас перейдем с Вита, Кирилл, заходи за синих, а мы, соответственно, зайдем за красных. И будем уже точки захватывать, чтобы под этим не страдать фигней. Так, ну, давай, переодевайся. Ой, Ховик, ты пока можешь перезаходить, у меня просто сейчас, ребят, гараж зависает. Ну, гаражик. Да ты шо, гонишь, что ли, а? Это бред полностью какой-то. Наконец-таки. Так, все. Ой, зачем ждать, если можно просто выйти. Так, все, ребятушки. Все, ребятушки, ребятушки. Сейчас зайдем, получается, на карту и потом самоуничтожимся. Так, Ховик, ты за красный? Да, да, за красный. Так, давайте. На счет 3 жмем Delete. Готовы? Да. Давайте, 1, 2, 3. Все, ребята, ждем Delete, и сейчас после этого будем... В смысле? В смысле? Численное преимущество. Вы шо, ребята? Гоните? Ну что это за бред? Я же отключал эту хероту. А точка же у нас типа больше. Ой, не понял. Ну и чё? Вот смотрите, я вышел, отключилась? Нет. Да, нет пока. Короче, ребята, сейчас мы пересоздадим по-быстренькому карту и там продолжим. Так, ну что ж, ребята, все, мы уже начали второй раундик. И давайте на счет 3 самоуничтожаемся. 1, 2, 3. Все, ребята, ждем мы благополучное самоуничтожение. И потом уже начинаем нашу, так сказать, битовку столь эпичную. Так, и осталась у нас одна секундочка. И Ховик, давай. Ховик, 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 Ховик. Главное действовать тактикой. Ты едешь на одну точку, я еду на вторую точку, и у нас все получается в разнобой. Мать моя марихуана! Ховик, ты где? Я здесь, давай. Я понял тебя. Ну, Ховик! Ховик, ты дно.
Ну, Ховик, не туда, поближе меня куда-нибудь. Ну, ты можешь развернуться, Ховик, просто развернись, блядь, и скинь меня в сторону. Так а что стелл с того, что ты меня спасешь? Ох ты, блядь, а. Это, ребята, просто самый изи, блядь, раунд. Ну, ладно, ребята, все, теперь мы, так сказать, сыграли. Кирилл у нас, он быстро догнал, и сейчас у нас будет, получается, Ховик. Теперь нас мочить. У Ховика нет тактики, он дно, я тебе говорю. Так, ну, хотя у меня тоже была такая ошибка, что я зря на тебя спрыгнул. Но не надо было там шевелиться. Ладно, короче, ребята, сейчас мы переоденемся и опять же продолжим. Так, ну что ж, ребята, все, играем мы, так сказать, третий раундик. Второй раунд мы просто, на удивление, прямо очень быстренько слили. Ну, в принципе, ладно. И давайте на счет 3 жмем delete. Раз, два, три. Все, ребята, мы опять сейчас дожидаемся нашего самоуничтожения. Мы сейчас, Ховик, из-за тебя быстрее респнемся, если ты нас сожгешь. Так, ну нет, кстати, у меня еще больше, чем половина хп. Это довольно-таки найсово. Так, ну что ж, все. Все, мы уже отреспились. И нам нужно где-нибудь, куда-нибудь поехать. Мне так кажется. Он едет со стороны пляжа. Со стороны пляжа едет. Мать моя марихуана, мать моя марихуана. Так, и... изи. Мы чисто такие, ребята, лекалки. Так, оп. Героина. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А что это так подлагало-то? Это... да. Это кто так лагает? Тебя. Точно? Ай-яй-яй! Я застрял. Ну, Ховик, я ж тебя убью сейчас. Так, все. Отжирай дедеху. Нормально. Мне кажется, мы так бессмертные можем кататься. Ой, Кирилл. Ай-яй, почему я в него навелся? О, хорошечно. Хорошечно, ребята. Пока вроде хорошечно идем. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давайте еще замутим такую тактику, что мы типа три геника заводим, а потом уже у нас это, сама лекалка пропадает. И открывается уже, когда мы чисто будем выходить. Да, давайте так в натуре замутим, Кирилл. Вот, так что сейчас мы вот эту точку захватываем, и все, у нас остается две точки. Разбегаемся, кто куда! Ах ты, Ховик, козел-то сраный, я же за аптекой сейчас поеду. Может, выживешь? Да. Оп. Бля. Кирилл, ты пока там захватывай. Я пока что в минусе. Красавелла. Красавчиком. Все. А куда мне ехать? А, наверх. А Кирилл что уничтожился? Ну так и чё, здесь же мы не обговаривали эти все фишки. Так, ладно, я еду наверх. Наверх едь. А Кирилл типа тоже сейчас играть? Да, Кирилл все, он может сейчас захватывать. Может там не специально. Ай-яй-яй, Кирилл. Кирилл! Ну, Ховик на ЖГ2. Не, ну, если бы ты не придумывал эти новые правила на ходу, мы бы тащили. Да, ну, мне кажется, потому что это, смотри, сильно имбово. Прикинь, так вот чисто, если не толпой, то лечить так друг друга, мне кажется, это нереально будет. Ну, в любом случае, ребята, опять же говорю, если вам рубрика эта понравилась, и вы придумываете какие-то свои доработки этой рубрики, варианты там все различные, то обязательно напишите в комментариях, мне будет очень интересно это все дело почитать. Ну, а с вами был Вайдер, Кирилл и Ховик. Всем пока-пока. Пока. Всем пока. Hate the truth, man, we take all blame. That you got no money, you got no